Здорово. Ну что ж, мы проходим дальше. Дальше мы проходим с Человека-паука. Господи, осталось-то чуть-чуть. Я уже вымотан, измотан, выпоучен. Так, я всю карту здесь зачистил. Остались миссии, там побочка еще. Всем машинам остерегайтесь вооруженных налетчиков по пути следования. Вооруженные? Ненадолго. Похоже, Кувалда прознал о плане Юри. Нужно убрать снайперов и защитить конвой. Меня достало. Тихо, тут люди работают. Так, теперь все снова в порядке. Человек-паук убрал снайперов, поехали! По всему пути расставлены снайперы. И им ничто не мешает. Опережу конвой и расчищу путь. Пора убрать снайперов. Это снайпер. Ага, снайперы! Стоим, пока путь не расчистят! Кувалда не должен наложить лапы на все это оружие и технику Соболя. Найти, подойти и двинуть по башке. Что может быть проще? Путь свободен! Вперед! И почему типы вроде Кувалды вечно хотят драться? Наверное, в детстве ему сыску не давали или типа того. Почему сразу какие-то детские обиды? Навряд ли. Ох ты, чёрт! Опять эти штуковины! Люди Кувалды! Штуковины! Как они нашли нас? Защищайте технику Соболя! Тебе жить надоело? Сюрприз, сюрпризеры! Сюрпризеры? О да, это новое слово! У Кувалды наверняка есть кросс с полицией, который сливает ему маршруты конвоев. Ой. Он просто скатит! Еще больше... ладно, буду звать их ковырятелями. Отныне это будет их имя. Берегись! Новый танк! Ёпты. Теперь копы защитят технику Соболя. Все? Всем постам! Возле резиденции мэра опасная ситуация! Нечто! Выползает из-под земли! Немедленно лечу, нужна лечу, поддержка! Лечу. Повторяю, нужна поддержка! Вот тебе и все чисто. Мне пора. Похоже, что Кувалда объявил полиции войну, и Юри погрузилась во все это с головой. Я знаю, она беспокоится о своих людях, но ей не стоит брать всю ответственность на себя. Сказал тот, кто всегда берет всю ответственность на себя. Ну разве это не обратные штуки? Асфальт потом класть замучаешься, а уж пробок сколько будет. Заметано. Тебе будет больно, сопля. Ах ты, сука. Вы же в курсе, что у копов есть рации, да? С засадой лезет еще один. И выскакивай в технике! Защитите снаряжение! А его голова! Прыгни! У них что, ковырятели не кончаются? Его!
всем привет от босса! Они мне не понадобятся! Кто, приветы? Ну, я до него доберу. На куски порву! Эй, паук, догоняй! Черт, черт, они сбегают с техникой Соболя! Нельзя так подставлять Юрия! Я смогу! Я прав! Эй, паук! Ты просто держись рядом! Ага! Так и планирую! Хорошо, когда все идет по плану! Залечь, паук! Чё за... А был такой, да? Они уходят! Не уйдут, блядь. Вот это то, что я был... Рядом уже? Пора на вы! Еще одна, быстрее! Ну типа, блять, мне чё ради этой Юрии ебаной порваться, что ли, я не понимаю. Чё за бред? Чё она хочет-то? Время для пит-стопа. Юрий, ты вовремя, я только что... Нет, здесь! Кувалда хотел тебя отвлечь, и ему удалось! Юрий! Вернись! Нет, скорее! Нет, нет! Подготовьте первую очередь и проследите, чтобы медики знали, с чем им придется иметь дело. Так это была уловка, чтобы отвлечь меня от настоящей цели Кувалды. Надо звонить Юрию. Зачем он вообще напал на участок? Всю технику Соболя ведь вывезли! Похоже, Юрий в порядке. Физически, по крайней мере. Подожди, я не позвонил. Она, конечно, крепкая, но у всех есть свой предел. Типа он на участок напал, что ли? Блять, у него на башке пиздец какой-то происходит. Вообще, ладно, похуй. Безумие опять. Безумие. Безумие. Жаль, Юрий, я должен был быть тут. Он точно знал, что ему нужно. Только забрать ящики с пометкой «Проект Олимп». А ты знаешь, что в них? Нет, но они у него. И мы его поймаем. Я знаю. Куда ты? Преподать кое-кому урок. Эй! Дыши. Отойди, или я тебя арестую. Мы должны работать вместе. Катись отсюда, к чертовой матери. Какая дурь, блядь, ты охуела, блядь, слышишь ты, мразь? Ты шла нахуй вообще, нахуй пошла. Все это точно добром не кончится. Во, сука, тупая, блядь, я охуею вообще. Блядь, кто это изобрел, блядь? Кто эти миссии, блядь, придумал? Какой дебил, блядь? Не могу поверить, что так облажался. Этот взгляд Юрия... Ой, да пошла нахуй. Нужно найти Кувалду раньше, чем она. Но как? Ни одной зацепки. Может быть, попробовать записи переговоров? Надеюсь, там будут упоминания Кувалды или Маджии. А пока я жду, рвану в город. Посмотрю, что творится. А что там творится? Вот творится, смотри. Ай, блядь. От люди Кувалды.
побочка там творится. Ну, долго лететь. Поэтому вот сюда вот так вот. Хаба. Вот, пойдем сейчас. Чудилу арестуем. А? Это транслируется? Ладно, тогда, наверное, я просто прихвачу... А! Какого... Тебя тут нет, мог бы и догадаться. Мило, что ты решил поковыряться в моем коде, но неужели ты думал, что я, королева мимасов, так легко дам себя поймать? Ну да, надеялся. Дура, блядь. Чё себе бабские персонажи такие дуры, блядь, конченые вообще. Если мы начнем сейчас коллаборацию в реале, то что останется на третий сезон? Может, ничего? Не будь занудой. Уверена, скоро встретимся. Наслаждайся тусовкой, ЧП! Какой тусовкой? Какой тусовкой? Я тебя не боюсь! Что-то... Без пощады! Что за чёрт? Блять. А там вон строители работают все. Тут типа мольба, выстрелы. Как вы вообще смотрите чудилу в тюрьме? Печь вон она вниз! Ой, да иди нахуй. Вообще не касаясь земли. Почему нам не сделать синхронный логаут? Берегись, граната! Я тебя вернулся! Ой, как вы заебали-то. Похоже, на какое-то время чудила отстала. Мне нужно понять, как ее выследить. Иначе она начнет взрывать не только интернет-рейтинги. Стоп. Кажется, поиск что-то нашел. Повторяю, сообщается о выстрелах в заведении Кувалды, безымянном баре. Свободным машинам выехать! Кто-то налетел на безымянный бар. Нужно успеть туда раньше полиции и выяснить все, что смогу. Но кто? Юрий, наверное. Так, что у нас там? Новый костюм, да, у нас? Ебать. Ёбана в рот.
друзья. Я только что принял успокоительное и готов внести поправку в свои слова. Некоторые из моих предыдущих размышлений об интересных идеях Кувалды снова сделать наш чудесный город солидным и порядочным были выдернуты из контекста. Кувалда – буйный, жестокий и паршиво одевающийся убийца, который, как выяснилось, наворовал кучу сверхмощного оружия, чтобы захватить Нью-Йорк грубой силой, чего, я совершенно уверен, абсолютно никто не предполагал, и уж точно не Человек-паук. При этом я по-прежнему утверждаю, что мотивы Кувалды достойны уважения. Современным детишкам стоило бы отложить свои смартфоны, прекратить дурацкие танцы, найти себе работу, что люди моего поколения делали 8 лет от роду, и научиться, наконец, хоть какой-то ответственности. Но мы все можем сойтись на том, что если его убеждениям нужно оружие, то грош им цена. Я хочу лишь сказать, что ничего подобного не случилось бы, если бы Человек-паук вообще не оказался на наших улицах. Не знаю, как. Так, я вроде опередил полицию. Посмотрим, что тут творится. Весьма жестоко. Кто это мог сделать? Юри? Никогда не видел, чтобы Юри так срывалась. Эй, а что это? Паука-бот! Ух ты! Не верится, что ты смог тут уцелеть, приятель. Это телефон? Винни звонит. Ну, привет. Джина, ты куда пропал? Девка-коп разгромила склад на третий. Девка-коп? Ванна, вата, набы, что ли? Все тут разнесла. Я отвожу своих ребят в больницу Милосердия, а потом еду к остальным подготовиться. Подготовиться? А что там у нас сегодня? Ты там что, башкой ударился, что ли? Большое шоу! Все должно быть четко. Так что давай собирайся и дуй, куда договорились. Большое шоу. Кувалда запланировал что-то особое для донов. Надо выяснить, что. Лучше всего будет выследить этого Винни. Надо успеть в больницу вовремя. Когда Юри покидала участок, она сказала, что собирается преподать урок страха. Но дело даже не в этом, а в выражении ее лица в тот момент. Я часто видел такое у бандитов, но не у полицейских. Какой он тупой, блядь. Так, отслеживаю все телефоны, звонившие в последние 5 минут. Если наш друг Винни еще здесь, я смогу его вычислить. Надеюсь. Сигналы есть, но мне надо подойти ближе, чтобы сверить код Винни. Остается изолировать сигнал. Нет, это не Винни. Вот бы это был Винни, вот бы он! Не он. Продолжаем искать. Только бы Винни, только бы Винни! Это не он. Черт! Кажется, этот подходит. Не то. Ну же, ну же, он должен быть еще тут. Себя шпионом. Давай же, ну. Да, это он. Спасибо, Винни. Вот и Винни. Надо держаться рядом, но не слишком. Винни сказал, что у Кувалды на сегодня запланировано шоу. Сомневаюсь, что оно на Бродвее. Или на другой сцене. Или хоть в кружке самодеятельности в окрестностях Бродвея. Ну уже, Винни, давай. Ты последняя надежда. Садиться в машину. Это ты зря, Винни. Будет нехилый штраф за парковку. Кувалда затаился после того, как похитил остальных донов. Скорее всего, это связано с ними. Мне просто нужно выяснить, где Кувалда, и найти его раньше Юри. Боже, Винни.
не собираюсь учить тебя водить, но ты бы хоть притворился, что соблюдаешь правила. Значит, где Винни встречается с остальными. Нужно послушать. Вдруг удастся разузнать еще что-то о большом шоу. Ну, блять. А мог бы сейчас на игре быть. Когда мы отправляемся на стройплощадку? Позже, сейчас свет не тот. Любит он представление. Ладно, скажи, если встретишь Джина, а? Я сказал ему ехать сюда. Что бы сегодня ни случилось, это будет на одной из стройплощадок. Но на какой именно? У кувалды их с полдюжины. Что это? Во время спектакля не шуметь. Стой! А мы идем на восточную сторону или западную? На западную, осел. Ты чего? Да, да, прости. У меня беда с ушами. Самого бесит. Стройплощадка на западной стороне. Теплее, но все еще недостаточно. Надо продолжать слушать. Так. Отдохни-ка, парень, я тебя подменю. Где там Джино? Он должен был заниматься цементом. Шоу начинается ровно в 9. Нельзя лажать. Я проверю мешалки. К 9 будут готовы. Обещаю. Начинают в 9. Уже что-то, но все еще нужно место. Что это? Ты хочешь спать? Двигай к станции А на 34-й. Ветка G вообще не идет на Манхэттен. Ты что, дурак, что ли? Да перестань, я из Джерси все-таки. А на 34-й, ясно? Боже. Стройплощадка на 34-й. Как он сам себя, блядь, током не бьет, когда держит эту битву? Кувалда что-то запланировал сегодня ночью в Хадсон Ярдс. Придется сделать так, чтобы эти парни потом не прибыли на подмогу. А, то есть мне надо их избить, да? Поверь, так намного приятнее. Кто здесь? Минус 2. Ну, минус 3. И такие милые, когда в отключке. Там что-то... Это не я. Покончено. Похоже, что шоу будет сегодня. И что-то мне подсказывает, что оно закончится не хэппи-эндом. Ну да. А чем оно, блядь, закончится? Ладно, пора на это шоу. Человек-паук. Надеюсь, я правильно одет.
И почему Кувалда не может быть обычным мафиози? Управлять мусорной империей, носить дешевые костюмы, есть спагетти и периодически пытаться мошенничать. Откуда у него такие непомерные амбиции? Да, наверное, все из-за пластины. Надеюсь, что все еще опережаю Юри. Если она окажется лицом к лицу с Кувалдой, то такого может натворить. Так, надо же сохраниться. Так, сколько там уже? 94? На, получается, последняя миссия осталась. Эй, Питер. Привет, как ты? Почему ты спрашиваешь? А, да, мы еще не обсуждали получить чутье. Надо не забыть в следующий раз. Да, нет, все нормально, я просто в милосердии. Ты попал в больницу? Как? Что случилось? Неужели кто-то узнал, что... Не-не, ничего подобного. Просто я... я прыгнул с моста. Что? Я прыгнул с моста Куинси. Ты в порядке? Я заеду к тебе. Не-не-не, я в полном порядке. Ну, палец сломал. Ты знаешь, что с этим даже ничего не сделать? Тебе просто... Тебе просто и заткнись нахуй, мало. Майлз. Кретин, блядь. Вытащите нас! Дон и Маджи. Смотрите, кто пришел. Жук. Как раз к прямому эфиру. Эфиру? Добрый вечер, Нью-Йорк. Вы смотрите сегодняшнюю программу «Смена караула». Помните, когда честь и верность были не просто слова? Это цемент? Когда Маджио боялись и уважали. Так вот, сегодня эти дни вернутся. На помощь! На помощь! Хотелось бы отпраздновать вместе. Подождите. Я скоро вернусь. Если не вырубить мешалку, Дона зальет цементом заживо. Выключил. Пока. Теперь не подпускать их к пульту. Надо убрать его от места. Надеюсь, что опередил Юри. Что там этот цемент, паук? Включите мешалку, живо! Да, блядь. Твои ноги! Я в порядке. Временный. Да вы... Ты нахуй. Если не выключу мешалку, то нам конец. Кто-то заказывал банку консервов с полосатым полиэстером? Знаете, парни, мне будет куда проще вас поколотить, если вы бросите свои щиты! Кувалда еще сильнее, чем раньше! Ты мертвец! Мешалка снова заработала! Не могу подсветить! Мешалка заглохла! Скоро Кувалда сделает лицо таким же сильным, как он сам! Вам, ребята, нравится название «Ковырятели»? Думаю, звучит неплохо. Все думают, что щиты — это так круто, но на самом деле... Здесь правда круто. С
снова ковыряки! А сколько в нем подстаканников? Эй, как ты их нашел? Ёбать! Не нравится? Тогда что мы придумывай? Как насчет твоей смерти, а? Отлично! Нет, мешалку закоротило, и теперь ее не отключить. Надо попробовать оплести саму мешалку паутиной и надеяться... Надо будет добавить в рекламу паутины, задерживает цемент. Эй, как насчет помочь немного, а? Всем спокойно, мы вас оттуда вытащим. Так вы-то долго-то не тяните, пока там не застыло. А теперь займемся мистером Плоскоголовым. Молодцу. Так, ща будет тяжко. Ты мне слегка испортил вечер, но я переживу. Таков уж мир ТВ. Нравится? Проект Олимп в действии. Закончил, пока ты играл с донами. Так вот, что было на неделе моды в Париже. Ты уж меня извини, но что-то тебе этот цвет не идет. Я пытаюсь вдохнуть новую жизнь в мафию. Это долгосрочный процесс. И я долгосрочен. Твои детали, может, и на гарантии, но ты сам старье. Нет. Я просто знаю пару-тройку вещей о рекламе. Город больше не принимает Маджию всерьез. Не уважает. Но как только я разорву тебя, все изменится. Да. Пора вернуться в славное прошлое. Ёбаный ты в рот. Закорочу его новые игрушки. У него убойная башка. Ебать. Блять, сука. Ёбаный ты, брат. Подбавим огоньку. Да, я смогу ударить, когда он проведет свою атаку. Да! И тут по башке все равно же по стене. Причем по стальной. Закрачу его новые игрушки. Наверное, надо бы уворачиваться. Он сделал! Думаешь, это хорошо закончится? Не думаю, что это вообще кончится. Вот что значит сердоловый! Блять! Убьем его! Тебе хватает духу пойти против главы Маджии? Я бы не хотел, чтобы его из меня выбили! Тебе привет от Фоса! Теперь это мой город, жук! Тебе тут не место! Мне кажется, ты слегка забегаешь вперед! Аккуратно! Куда его голова? Надо попробовать ударить током! Я много голов проломил, но твоя самая крепкая! Вперед! Надо было это заснять!
тебя пригоршню! Большие потери! Ну-ну-ну. Стоять! Вы арестованы! Выходит, превращать себя в нечто противоестественное было не самым умным решением, да? Помнишь, как я сказал, долгосрочный процесс. У старой Маджи есть терпение. Мы знаем, как дождаться верного момента. Юрий! Нет, Юрий, не надо! Остановитесь! Ну и ну. Помнишь, в тот раз ты что-то говорил про страх? Каково тебе сейчас? Просто шикарно. Продолжение следует. Мне жаль Ватанабе, но хорошо, что сукин сын сдох. Думаешь, сдох? Через людей такая машина проехала. Вообще шикарно, шикарно. Та-та-та-там. Опять же, поздравляю за всю историю войны Бан. Причем продолжается следующая кампания Серебряный Луч. Броня Железного Паука. Дали нам броню Железного Паука. Это какая тут? Это вот этот вот. Железный Паук. А, ну это, в принципе, с комиксов вроде бы. Это как раз с Гражданской войны. Вроде бы у него был такой костюм. Не вот такая вот у него хрень была, а вот такая, я там помню, что-то наебалище было такое. Так, ну и все, в принципе, на этом это пройдено. Так что давай, счастливо. А, еще одна ачивка. Счастливо, давай.